Всем привет, с вами Михаил. Как вы уже поняли по назве видео, речь пойдет о обслуживании велосипедной цепи. Приблизительно вот такой вот. А шучу, конечно. Речь пойдет о настоящей цепи. И это тот вариант технически правильный, к которому пришел я. Приятного просмотра. Нам понадобится дистопливо. У меня 2 литра. Понадобится примерно пол-литра, не больше. Смазка. В данном случае манол. Это может быть та же ВДшка. Это, кстати, практически одно и то же. Пустая бутылка 0,5 литра с широким горлышком, желательно. Перчатки. Шприц. Кусочек какой-нибудь тряпки, можно даже туалетной бумаги. И у меня еще есть такая штука, это самодельная продувка. То есть это баллон с подмонтажной пеной, который я накачиваю воздухом. Соответственно, потом продуваю. Как-нибудь потом сниму видяшку на эту штуку. Идеально, если у вас есть компрессор, вы можете продуть, это будет четко. Так, перейдем. Итак, как это все сделать правильно? Цепь имеет соединительное звено, так называемый замок. Фокусируйся. Вот он. Его нужно снимать вот таким вот инструментом. По функционалу это пассатижи с наконечниками под ролики. Суть в том, что вы сжимаете и сближаете вот эти вот 2 пина, соответственно, замок раскрывается. Я же это буду делать без инструмента, сейчас покажу как. Вот наше звено соединительное. Берем и вот такими вот движениями. То есть мы цепку подламываем. Я ее только что уже хоп, и она разъединяется. Итак, цепь я поместил уже внутрь, сейчас залью сюда дистопливо и промою 3 раза подряд. Залил первый раз где-то в районе 200 миллилитров, это после первого раза. То есть оно полностью черное, внутри даже не видно, что там цепь. Хотя она, естественно, там есть. Ну и за третьим разом уже видим, что дистопливо у нас, в принципе, почти чистое. Немножко только есть осадка. Осадок — это все продукты износа цепи. Промыл я цепь 3 раза. Так, по чистоте, в принципе, можно судить. Ну, то есть она, в принципе, вся блестящая. Смазку манол я предварительно немного слил в крышечку, с которой уже набрал в шприц. Набрал я где-то 1 миллилитр, не 2, неважно. На смазку уходит от 0,5 до 1 миллилитра смазки. Чтобы не запутаться, начинаем, вернее, не забыть, откуда начали. Начинаем, конечно же, с соединительного звена. Как я уже говорил, пара трения у нас идет не звезды, цепь, а непосредственно ролик. То фокусируйся. Ролик о внутреннюю сторону вот этой пластины. То есть там есть выступы, на которых держится ролик и в которые запрессован каждый пин. То есть именно пару ролик
внутренняя пластина, мы и смазываем. Именно для этого я использую шприц с иглой, а не просто аэрозоль. Потому что аэрозолем наносится очень много смазки. Ну и плюс она еще и перерасходуется. Итак, потихоньку начинаем смазывать. И так делаем всю цепь. Цепь смазана, готова к эксплуатации.